цветочки на деревьях, да? Второе. Под 500, 22 апреля, продолжаем жрать. Пельмени. С этим. Какого? Ну, вы сами поняли, с чем. С бульоном. Без использования хлеба. Короче, по поводу, вот когда делают там, как это говорят, брусчатка на могилку, в одной конторе очередь до августа, а в другой сейчас позвонил не раньше июня. Я просто не помню, почему такие очереди. Ну, понятно, что мрут много, но всегда же куча пассажиров, которые на стороне хотят подзаработать. Не пойму. А что без майонеза, без своего любимого? И, например, ну вот самой плиткой такой вот, ей обложить в два раза дешевле, чем однородной брусчаткой. Поняли? Такая брусчатка, которая... Очень это интересно. Потом до меня дошло, почему такая очередь. Зиму же никто этим не занимается, да? Ну, кто в зиму там брусчатку кладет? Только в такое вот время. Вот, в принципе, все объяснение. Да? В охотку пельмешки зашли. Сидел, короче, говорю, пойду в столовую. Досидел, что ей захотел.
Обойдемся без того. Сегодня. Ну, я как-нибудь засниму там, зайду, все виды салатов. Их там штук 6-7. Штучков таких. В небольших. Кажется, можно и без хлеба есть, да? Пельмени. Общество чистых тарелок.